Всем здравствуйте! Между Тимати и Ксенией Собчак набирает обороты нешуточный скандал. Телеведущая и рэпер и раньше не ладили между собой, а сегодня и вовсе перешли на личные оскорбления. Все началось с клипа на песню «Офигенный хавчик», где снялись Тимати, Дима Милохин и Джиган. В нем рэпер высмеивает не только знаменитое злоключение Джигана, но и весь отечественный шоу-бизнес. Не обошел он вниманием и Ксению Собчак, о которой есть такие строчки: «Я заморочился не слабо и поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба». После этого есть еще несколько предложений, которые телеведущая приняла на свой счет. И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку. В интернете есть ролик «Как я пилю доску». Для многих было очевидно. Рэпер намекал на скандальное видео, которое он добавил в ролик «Потанцуй со мной» в 2008 году. Позже музыкант признался, это была постановка, и никакого романа между ними не было. Но Ксении стало неприятно, и она по традиции молчать не стала с Тимати. «Не смешите мои седины». Ох, совсем парень лихнулся. Позже оказалось, что под фразой «пилю доску» артист имел в виду совсем другую историю. В Инстаграм Тимати признался, что имел в виду настоящую доску для серфинга, которую распилил в прямом эфире с Настей Ивлевой. «А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Прикинь, ты приняла это в свой адрес. Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем», — заявил Тимати. Такое резкое выражение со стороны главы Black Star не случайно. Ему крайне не понравилось то, как Ксения высмеяла признание Стаса Костюшкина. Тимати сравнил Ксению Анатольевну с Региной Тодоренко. Правда, последняя извинилась, так как испугалась за рекламные контракты. «А у тебя нет ни одного рекламного контракта», — язвит рэпер. Кроме того, музыкант считает, если бы люди узнали подлинную историю Ксении, их бы она очень удивила. «Уверяю, Ефремов бы показался им ангелом». «Не забывай, я из того времени, я знаю», — добавил певец. В конце своей речи артист обозвал телеведущую «Бабой Ягой», отметив, что долго пытался не обращать внимания на ее выпады в свой адрес. Даже во время премии Муз-ТВ сдержался, потому что рядом была мама. Но теперь решил ответить. Отметим, что Ксении Анатольевне не привыкать к конфликтным ситуациям. Например, звезда уже много лет ругается с бывшей подругой Тиной Кандилаки, а также нелестно высказывается о многих деятелях шоу-бизнеса. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.